Привет, друзья! Это Динамо ТВ, и мы в Гродно, где нас ждет матч 5-го тура против местного Немана. Ну и, конечно, поскольку мы на выезде, то мы будем разыгрывать деньги в нашем проекте «Кэш на выезд». Сначала я предлагаю посмотреть, как был найден наш первый тайник в городе. Ребята, вы не поверите, не успел Юра публиковать наше первое видео о том, где он спрятал клад. Меньше чем за 2 минуты это место было рассекречено. Сейчас мы идем к тем ребятам, которые его нашли, чтобы взять небольшое интервью по этому поводу. Молодцы, ребята, быстро. Как-то очень быстро вы нашли, мы даже на такое не рассчитывали. А мы здесь рядом были. Да, то приехали. Есть вам просто повезло. Мы приехали заранее. Нет. Юра опоздал буквально на минуту. Да. Тяжело было найти? Ну, было достаточно доступно все. Видео рассказано, но нам помогло еще то, что мы приехали еще чуть раньше, здесь прогулялись, поэтому когда мы увидели какие-то места сделали для себя, да? Мы уже сразу знали, что это здесь, и поэтому нам было попроще. То есть в следующий раз можно сделать видео немножко посложнее, да? Нет. Не надо делать, да? Не надо делать посложнее, просто для тех, кто хочет найти подсказку, приехать и погулять. Угу. Рядышком, и уже тогда будет проще сориентироваться. Ну, 20 рублей, это, в принципе, не такие большие деньги, но, тем не менее, для выезда. Очень приятно, конечно. Мы заправимся. Да. Заправитесь. А шашлык? Сейчас пиво попить. Сейчас пойдем отмечать это дело шашлыком. Ну что, поздравляю, передайте привет ребятам. Всем привет, удачи в игре, побеждать. Поскольку тайник нашли достаточно просто, то в этот раз правила будут немного сложнее. Немного. Тайник будет спрятан где-то рядом со стадионом, в пределах, наверное, 10 минут пешим ходом, но место будет обозначено немножко по-другому. Я дам вам небольшую подсказку, узнаете, что такое 25-й кадр. Все, что от вас требуется, это быть внимательными и не пропустить наше видео. Кстати, видео будет опубликовано за 1:15 до начала матча. Матч начинается в 19:00, значит, в 17:45 ждите наше видео. Ну а чтобы не пропустить видео, нужно всего лишь подписаться на наш канал и поставить уведомление о новых видео. Колокольчик. Ну а теперь самое главное. Сумма увеличена на 10 рублей. Теперь в этой колбе будет спрятано 30 белорусских рублей. Итак, еще раз, друзья, за 1:15 до начала матча видео на нашем YouTube-канале 25-й кадр, 30 белорусских рублей. Кэш на выезд. Не упустите свой шанс.